Такаев о языковых патрулях, провокаторы, действующие по заданию спецслужб. 30 апреля 2022, 9:45. Нур-Султан, 30 апреля. В ходе 31-й сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Казахстана Касым Жомарт Такаев назвал провокацией действие так называемых языковых патрулей. Передает Казахстан Тудей. Имеющиеся факты дискриминации так называемых языковых патрулей – провокация. Вы слышите, да, участковые, работники управления внутренних дел, которые приезжают по вызову этого там Кузаирова или там Адильжана или там других и других этих языковых патрулей. Когда вы приезжаете, вы слышите, что вам говорит президент, что действия языковых патрулей – провокация. И то, что они там прикрываются всякими законами, все это не важно. Важно, что это, как сказал президент, это организованные профессиональные провокаторами, действующие по заданию спецслужбы. Спецслужбы, понимаете, спецслужб. По заданию спецслужб. Ходят они по магазинам и проводят свои языковые рейды, то есть совершают провокацию. И все эти действия на языке этой службы называются активными мероприятиями, высказался глава государства. Поэтому, друзья мои, мы, если до президента только дошло, как до жирафа, знаете, вот на третьи сутки, то простой народ, который вот мы боремся с этим явлением уже третий год, мы все знаем, откуда пришла эта провокация. Самым первым ее привез сюда Оздоган и Танерберген, Бердарганов, этот ютубер. Первый он ходил, значит, на языковые патрули, Бердарганов. А потом, значит, с Украины появился пан Василь, как он себя назвал. А мы его все назвали дружно свиноматкой. И вот уже почти третий год мы боремся с этими, значит, агентами спецслужб, которые здесь разжигают межнациональную рознь. А до президента, слава богу, только-только дошло. Поэтому я и говорю, что те ребята, которые приезжаете на вызов, когда вас вызывают эти Диас Хузаиров, либо Адильжан, либо другие, когда вы приезжаете в магазин,